Он нам быстро расскажет. Ты пасечник или пивовар? И то, и другое. В этом секрет моего пива двойной выдержки. Заметил, что все пиво в городе на вкус, как моча? Верно говоришь. Конечно, я верно говорю. Всем стало наплевать на вкус. Что удивительного? Правда в том, что нынче так называемые пивовары – дилетанты. А ты, значит, профи. Точно. И сейчас самое время для пива. Спрос на него выше, чем когда-либо. Пивовары входят в десятку самых нужных профессий. Идут за гробовщиками? Именно. Смешно. А я посвятил себя уходу за своими пчелами. И за дрожжами. Пчелами? Да. Знаешь, каков мой секретный ингредиент для создания лучшего пива в городе? Но помимо любви. Догадываюсь, что ты скажешь. Мед. Чтобы пчелы давали лучший мед, им нужна лучшая еда. К слову, не хочешь помочь мне с пчелами? Их нужно покормить сахаром. У меня по этой территории разбросаны ульи. Ставлю их повыше, чтобы никто не украл мой медок. Попробую. А где стоят твои ульи? Нужно найти мешочки сахара, которые я разложил рядом с ульями. Если нашел мешочек, то и улей рядом. У меня три улья. Все неподалеку друг от друга. Первый стоит на крыше, тут рядом. Если посмотришь в направлении основного терминала, то увидишь его. Второй на крыше здания основного терминала, под огромной башней с транспарантом миротворцев. А третий находится на самом верху станции основного терминала, у одной из статуй. Прошу, не задерживайся. Дело сейчас пошло, а я пчел подзабросил. Они, наверное, умирают от голода. Я скорее... Скорее пивовар, чем пасечник. Уверен, в этот раз мощности хватит, чтобы пиво осталось холодным. О, мешочек с сахаром. Я могу спасти пчел барака от голода. Надеюсь, Джек Мэтт разберется с погаными ренегатами. Не хотелось бы, чтобы от меня осталось лишь имя на мемориале.
Третий мешочек сахара. Устал, но для пчелок не жалко. Жалко. День или два, и мы устроим пир. Лукас был крутым мужиком. Кто бы его ни пришиб, он, видим... Сигаретки не найдется? Поттер? Готово. Твои пчелы выживут. Прекрасные новости! Спасибо! Держи сувенир за труды. Если окажешься в наших краях, дам еще работенку. У моих пчел здоровый аппетит. Не хотелось бы, чтобы от меня осталось лишь имя на мемориале.
Ты что-то с ним делал? Нет. Когда мы отдыхаем, то я вижу все эти несчастные лица и думаю, что больше никто себя не любит. Если он начнет вести себя... Никто? И никогда? Ну и мрачняк. Да? Как думаешь, каков первый шаг к тому, чтобы полюбить себя? Ты вроде знаешь ответ. Просветишь? Цветы. Цветы? Именно. Нынче я скитаюсь у станции метро, так что я в относительной безопасности. Но до того, как стать миротворцем, я жил в Тринити. У меня был магазин. Цветущий тюльпан. Рядом с базаром, когда там еще была церковь Святой Троицы. Я вырос в приюте. Среди множества равнодушных людей. Возможно, поэтому меня привлекли цветы. Но люди перестали их покупать после начала эпидемии. Это понятно. Разумеется, но... Была пожилая женщина. Только ради нее я не закрывал магазин. Она приходила каждый день. Будто все по-прежнему. Ее посещения скрашивали мои дни. Но однажды она не пришла. Что с ней стало? Цветы съели ее заживо. Откуда мне знать? Я растил для нее особенные розы. Ее последний заказ. У меня рука не поднялась их выбросить. Так что одну из этих роз я засушил для нее. Ей было бы приятно знать, что ты ее не забывал. Да. Я бы хотел передать ей эту розу. Возьмешь ее? Она мне никогда не говорила, где живет, но однажды я спросил, где она разводит цветы. Она ответила, в прекрасном стеклянном доме, где раньше был старый курган. Вот, возьми розу. Пожалуйста, отыщи эту женщину и передай ей. Шахматными терминами... Ситуация между ренегатами и миротворцами патовая. Спасибо за гостеприимство. Не за что. Это же не территория миротворцев. Здесь община не пустой звук. Я хочу вас... Кое о чем спросить. Вы сказали, что уж приняли пилигрим. Стеклянный дом. Он как-то связан с той цветочницей. Может, стоит проверить. Прощай, цветочница.
Вот что с ней произошло. Понятно, почему она каждый день ходила в цветочный. Ее сын должен знать, что его любили. Я нажимаю и... Что это? Еще разок. Он уже должен был зажечься. Я бы потерял дальний метр. Спасибо за гостеприимство. Не за что. Это территория Мертвого. Здесь община не пустая. Всегда так светится. Я ее нашел. Боюсь. Она умерла. Была среди своих цветов. Она умерла спокойно. Так и было. Она написала письмо, где упоминает тебя. Правда? Да, вот. Прочитай его. Эта женщина была моей мамой. В детстве я часто представлял, как моя мама выглядит. Я смотрел на детей с мамами в парке, и мне становилось тяжко. Боялся, что свою маму я никогда не увижу, не возьму за руку, что ей на меня плевать. Но ей было не плевать. Я много лет видел ее каждый день, каждый день. Я... Не ожидал, что она... Может, поэтому я не могу выбросить ее цветы? Спасибо, Эйден. Любовь еще жива. Мне нужно побыть одному. Спасибо, что передал ей розу. До встречи, Эйден. Они действительно настолько подлые? Я встречал много пилигримов, но лично знаю только одного. Люди говорят, они преступники, без стыда, без совести. Судите сами. В 23-м Берлин пал. Германии не стало. Мой друг Бернард нашел для нас работенку в Дортмунде. План был такой. В течение года делать то, что другие делать не хотят, и весь заработок пустить на лекарства. Так мы бы обеспечили свои семьи на всю жизнь. Я не горжусь тем, что мы делали. Но мы это делали. В конце года мы вернулись домой. Когда мы добрались до Лейпцига, город был захвачен бандитами и рабовладельцами. Как-то Бернард вернулся с женщиной. Она представилась пилигримом. Она согласилась провести нас через бандитов за бутылек антизина. Уже тогда он был в цене. Пилигрим знала, где находятся все тропы, укрытия и лагеря бандитов. Знала, как избежать зараженных. Мы не отходили от реки Эльба. Как будто женщина выслеживала что-то. Наконец мы дошли до переправы.
и уже видели свои дома. Но Пилигрим настояла на том, чтобы мы подождали до утра. Я не мог усидеть на месте, ведь до дома рукой подать. Посреди ночи меня разбудил звук чьих-то шагов. Я увидел, как Пилигрим кралась в сторону леса с нашими лекарствами. Не успел я разбудить Бернарда, как нас схватили работорговцы. Их было много. Они бросили нас в старую лодку, которую пришвартовали неподалеку. Другие рабы были детьми, так что с нами им крупно повезло. Эта Пилигрим нас сдала и получила за это награду. Да еще и украла наши припасы. Мы уже собирались отплыть, как вдруг в лодке образовалась огромная течь. Так и знала! В своей жизни я видел много хороших бойцов. Но она была особенной. Она, словно темный ангел, кружилась в смертоносном танце. Я с трудом смог уследить за ее движениями. Вскоре все работорговцы были мертвы. Вот почему я не доверяю пилигримам. Убедившись, что все рабы благополучно добрались до берега, а лодка спущена на воду, Пилигрим подошла к одной девочке. Малышка отпрянула, но ее глаза наполнились слезами. Они обнялись и тихо заплакали. Мы поняли друг друга. Я тоже каждую ночь мечтал увидеть свою дочь. Нет важнее община, чем семья. Она использовала нас, чтобы завлечь работорговцев и спасти свою девочку. Женщина извинилась, а потом сказала, где спрятала наше лекарство. Я спросил ее, что, благодарности ждешь? Взглянув на дочку, она ответила, нет, больше мне ничего не нужно. Отличная история, друг.